Доброго вам времени суток. Сегодня у нас 12 февраля 2024 года, и мы с вами вновь на КИМА, МЗМА, АЗЛК, производственное объединение «Москвич», акционерное общество «Москвич». Слева шуршит Волгоградский проспект. Вот новостройка, та, которая справа вдоль идет. Она построена на месте бывших складских помещений, а также задевает, получается, с обратной стороны, но она снесена уже, химическая лаборатория АЗЛК. Там, где видно стрелу экскаватора, здесь был склад двигателей. Ну и вот по центру это бывший сборочный цех, цех шасси, он еще есть. Из маленьких домиков дальний, получается, белый, это бывшая дирекция завода. После уже конструкторский отдел. Так, потом ближе, по-моему, к нам желтенький, это вот между Ростиксом и зданием дирекции, это была поликлиника КИМ МЗМА. Напоминаю, что это старая территория. И вот ряд домов сзади. Кстати, два ряда уже. Сейчас посмотрим. Они с собой должны были... Одни дома построены, которые по центру на месте планового отдела и перекрывают собой отдел подготовки к отправке на экспорт автомобиля «Москвич». А вот справа дома, они построены на месте прессового цеха. Там еще что-то, какие-то эти были дома. Я еще успел их, по-моему, снять в 2018. Ну, в общем, смотрите, изучайте. Итак. Сейчас мы кружочек с вами дадим, обойдем, посмотрим. Да, тут. Неузнаваемость, в принципе. Сегодня еще ледяной дождь идет. Хорошо, что здесь не убрано, можно идти. Насколько хожу, снимаю, мало кто, да вообще, в принципе, никто не любит, чтобы снимали. И всегда, знаете, закрадывается вот мысль такая вот, были бы телефоны такие. Представляете, там в 70-м году ты идешь, снимаешь там на телефон, там, ну, допустим, завод. Но опять же, кто же знал, что это все вот так вот случится и произойдет. Вот здесь вот приблизительно на этом месте химлаборатория была. Ну, тут все еще аутентично, все как было, только автосервисов становится меньше. Да, там, в принципе. Этот склад еще был, там постройка позади, да, это все старое. Здесь вот впереди был цех литья. Там ряд зданий, цех литья. И шашлычная какая, там газель, что ли.
Вот. И его снесли, наверное, где-то в госпиталь 19 или 20, где-то вот там год. Вот здесь вот это все вот как раз посносилось. Вот здесь прям было здание, прям вот. А это, наверное, от него-то и осталось с арматурина. Столб внутри. Там по периметру идет уже граница с первым ГПЗ. Там, насколько я помню, достаточно все аутентично осталось. Не тронуто. И это хорошо. Ну, а здесь все так вот. Агрегат. Не знаю, получится, нет. Мне кажется, тут все сейчас запотевает еще. Да, тут капельки попали. О, протер линзу. Вот такой вот Поршик. Шикарно стоит Порш. Прям классный. Как говорится, как в былые времена, когда на завод могли привезти абсолютно любой автомобиль для изучения и... Хотя здесь тоже, смотрите, какая стоит ламба. Даже не знаешь, что лучше. Ну и как я остановился, когда на завод могли привезти для изучения практически любой автомобиль, выпускаемый в мире. Ну, согласно там, наверное, классовости все-таки. Ну вот, тоже это лянча, знаменитейшая лянча. От Гранта. Что-то встретилось с столбом каким-то. Да, в общем, здесь движуха есть такая еще, автоцентр. А вот где стоят, вот здесь уже все перекрыли. Перекрыли полностью. Подъезд к... О, знаю, Мерседес. Глазастенький. Перекрыли полностью подъезд к... Тому... Господи. К экспортному цеху. И вот центральная аллея, она вон не в какая. Сборная Залома, 24-ка. Да, плотно застроили. Прям смотрите, сзади, как дома стоят, прям один в один. Ну да ладно. Так, здесь тоже между были дома. Вот приблизительно одинаково вот эта вот постройка. Мне кажется, 70-е, 80-е. Там расширение, что-то еще делали. И вот прям вот справа такой же дом был. Его уже... Ну, первая линия практически снесли. Домам. Ну, кстати, с памятника рабочим только-только снесли вот какие-то тут дома. И с памятника рабочим, я тогда помню, пришел к 6 ноября. А там уже все эти плиты посрывали и куда-то
Наверное, металлолом, к сожалению, сдали. Очень жаль. Это вот варварское отношение все-таки. Плохо. Вот здесь вот был арматурный цех. Так и осталась площадка для обучения вождению. В принципе, там внутри в этих стенах тоже были автосервисы. И также были эти площадка. Несколько лет был пожар, 10 лет назад. У нас за фурой вот это дальше здание. За фурой дальше здание. Это у нас склад горюче-смазочных материалов был. Там сейчас переоборудовали. Там до этого еще был автосервис. А потом переделали под хостел. То есть, ну, в принципе, да. Нечего сказать. У нас Волгоградский проспект 32. А это уже опытно-конструкторский отдел был. Вот эти вот здания. Так, здание дирекции, знаменитое фото бывшего директора МЗМА Полякова. Он там балкон. Какой-то небо, это балкончик, застекленный. И вот. Оттуда было сделано фото. Тут разбитые машины. Ладно, перейду. Вот. Тут еще осталось у нас мозаика. Центральный въезд. Ворота остались. Там в углу было представительство УЗАМ. Двигатель понятно. Ну что, давайте зайдем. Вот здесь вот была табличка. Сборочный цех, потом цех шасси. Вон еще, кстати, осталось внимание. Территория завода курить нельзя. И доска почета здесь была. И тут у нас вот был святая святых. Сейчас бы так дверь открываешь, и ты в 75-м году. Конечно, тоже жизнь угасает. Одно время, вы помните, я вот снимал, огромное количество бурления было. Ну и тут в основном за открытых только коляски.
сейчас сколько вам осталось. Больше уже, конечно, Китай среди военных униформ. Другой опыт. Будем честны. С вами все-таки внутрь зайдем. Ты подготовился, наконец-то такая типа. А что думают активнее? Ура! Исторические все вещи, лампа была когда-то. Вот он, ребята. Кстати, прокат автомобилей уже здесь был. Вот тут такси стояло еще, по-моему, здание какое-то, типа проката автомобилей. Здесь въезд еще был какой-то. Что-то тут все-таки, видите, изменилось. Но мы сейчас, не забывайте, находимся с вами на внутренней территории. То есть здесь это был производственный цех. Была крыша, стены. Что-то, видите, съезжают. Наверное, все-таки скоро... И эта часть пойдет плавно-плавно под ножик. Тут вот до сих пор, кстати, за снегом площадка. И там учат. А здесь вот так вот. Очищается, по-моему. Давно я тут, кстати, не был. Ну и, соответственно, вы тоже здесь давно не были. Вот тут автомобили. Дружественной стороны. Кстати, интересно, эти автомобили появились еще задолго до катаклизмов последних дней. Такая-такая стена. Прям какой-то... Опять вот... Зала. Что-то разобрано, собрано. Вот здесь вот, кстати, что-то снесли. Здесь забор был. Мы раньше шли вдоль забора здесь. Сейчас забора нету. Здесь какие-то... Трейлер, понятно, а здесь был точно забор. Вот здесь идет зачистка-подчистка какая-то. Вот видите? Вот эти все вещи, они исторические. В любом случае.
то, как это было. Ну, здесь были ворота. А, тут вот сгорело когда. С тех пор и ничего тут не делали. Одной фонарь. Да. Тут тоже частки пожаров было, я смотрю. Что-то с проводами. Знаете, вот смотришь на это, вспоминаешь, ну, когда изучал кучу фотографий с этой территории. Кстати, там ссылочки потом набросаю. Сначала выложу видео, потом набросаю ссылочки на видео мои. Ну, в принципе, это плейлист «Москвички МЗМА» АЗЛК. Это тоже здание, все относящееся к заводу, родные. Техномойка. Стас Печкин, наверное, будет смотреть. Стас, привет тебе. Кадры, конечно, все эти печальные, но все-таки история. Кстати, заводской еще знак 5 километров в час. Ну вот, в принципе. Спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч. Это Москвич. Пять.